Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Да не бойся ты, чего ты боишься? И я сейчас приехал к церкви, друзья, которая находится на Блиново. Нахожусь здесь первый раз в жизни. Реально, эта церковь построена очень дорого-богато. Я думаю, многим интересно вообще, что здесь происходит. Потому что я всегда проезжал мимо этой церкви. И вот сегодня я захотел сюда заехать и посмотреть, что здесь происходит. Так, я не знаю, где тут вход. Это, так сказать, будет мой первый раз. Так, тут закрыто. Здрасте, а где вход, не знаете? Наверху. Так, идем на второй этаж. В общем, эта церковь находится на Блиново. И потом, я думаю, в ту еще сторону надо пойти там поснимать. Посмотрите, как она сделана. Представьте, я здесь был 5 лет. И первый раз в жизни иду в эту церковь. Итак, друзья. Я желаю всем прекрасного настроения. Приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи. Мы начинаем. Можно сказать, эта церковь находится на территории, ну, почти Олимпийского парка. Сейчас мы тут все выучим. И смотрите, где эта церковь находится. Она находится между ЖД-дорогой и эстакадой. Ее в таком месте построили. Интересно. Что до нее как бы непонятно, как дойти. Так, хорошо, смотрите, заходим. Тут есть кулер с водой. Смотрите, даже есть лифты. По-моему, идет какое-то служение. Пытаюсь сонастроиться с этим местом и почувствовать его энергию. Пытаюсь отключить все мысли сейчас. Какой-то ритуал идет, обряд. Меня сам Бог сюда привел. Это не случайно, как я мог прийти на такое событие. Я просто ехал на пляж и решил повернуть сюда.
Интересно, слушайте, не ожидал. Надо кланяться. Я кланяюсь. Я первый раз в жизни на таком мероприятии. Но я готов наполниться божественной энергией, друзья. Только божественную энергию я принимаю. Пойду под купол. Мне кажется, под вот этим куполом энергия лучше всего проходит. Там за этими дверями какое-то святое место. Очень красиво, здесь все расписано. Это церковь, прям церковь настоящая. Это кто поет? Это кто-то там? Или колонки? Я не могу понять.
Очень интересно на самом деле, какой обряд проходит. Господи, прости меня за все. И дай мне сил. И я благодарю Бога за все, что у меня есть. Скорее я скажу спасибо за ту силу, которая во мне есть. Сила во мне есть по факту моего рождения. И я благодарю за это, за жизнь, за силу, за все. Очень интересную я сейчас вещь увидел. Что это долго, интересно, будет продолжаться. Вот объясните мне, почему-то здесь крест с черепом. Почему там крест? Как у пиратов. Я встал под луч света. Там хор поет.
интересно. Друзья, но мне кажется, максимально объективно я показал. Я думаю, неплохо, что я там провел время. Реально там, ну, интересно, это необычно было. Вот эти все обряды, и я, если честно, удивлен, мягко говоря. Так, есть еще вот там храм, друзья. Так, я не знал, здесь есть переход. Ничего себе, здесь есть переезд. Интересно, и мы можем там выехать. Это очень-очень интересно, друзья. Вон там люди выходят. Я не знал про этот переход. Так, друзья, я... Этот ролик на этом моменте завершаю. Сейчас еду снимать там пляжи и всякие другие ролики для вас. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Желаю всем удачи, счастья, здоровья, успехов, процветания. Напишите свое мнение по поводу тех моментов, которые я озвучил в этом ролике. Вот череп мне... Ну вот этот череп, как у пиратов, это очень странно мне показалось. Все, друзья, всем удачи, всем счастливо, до скорых новых встреч.